Всем привет! Сегодня я заехала в магазин, который всегда проезжала мимо. Это Кинкианиум, разновидность Кинкианиума. И решила заехать и снять. Конечно, спросив разрешение, мне разрешили. И я хочу показать ассортимент этого магазина. В этом магазине в основном линопсисы и цимбидиумы. Как вы видите, и есть некоторые разновидности. Вот цимбидиум подарочный в наборе. Какая красота. Вот еще один. Вот такой вот красавчик есть здесь. Небольшие вандочки. Идет полив орхидей. Давайте пройдем в ту сторону. Это разновидность цимбидиума. Ой, цимбидиум вот здесь вот. Здесь и капиталум. Также кинкианиум. И, как я уже сказала, цимбидиум. Посмотрите, какие губки. Довольно бледненькие, розовенькие. Зима, и идет их обильное цветение. Не пропустить. Запах от них такой травяной. Здесь упаковки. Эти все цимбидиумы, они используются для подарочных наборов. Розницу тоже продают. В основном бизнес у них из этих видов орхидей, это цимбидиумы, фаленопсисы, дендрофаленопсисы, идет в основном подарочными наборами. Подарочные наборы они дарят при открытии какого-то предприятия. И чем дороже предприятие, тем дороже должен быть подарочный набор. Конечно, из цимбидиумов это самый дорогой. Получается подарочный набор, но он, конечно, и очень красив. Здесь посмотрите, сигапиталумы. Скорее всего, грибковые пятна. И вот такая зеленая разновидность фисташкового цвета. Он уже отцветает. Также есть вот такой зелененький, с проблемными цветами. Это может быть и отцветение. А нет, это не отцветение, это трипсы. Так, я зашла не туда, куда надо. Вот, посмотрите. Бутончики. Сейчас я пойду, перейду в самые красивую часть этого магазина. Вот посмотрите, подарочный набор. Такой подарочный набор будет не меньше $100, как бы не больше. Так как у них считаются довольно дороже.
Вот они, подарочные наборы. Смотрите, какая красота. Дендрофаленопсисы. Дендрофаленопсис тоже не дешевый в подарочных наборах. Цимпединная группа. Это, по-моему, Sweet Baby. Sweet Girl. Танцующие девочки, сладкие девочки. По-моему, это он. Даже композиция с хвоей. Какая красота. Красиво, не правда ли? Ой, какой горшочек. Подарочные наборы с фаленопсисами, они по сравнению с цимбидинной группой и с дендрофаленопсисами, они довольно дешевые. Но я бы не сказала, что совсем копейки. Композиция из двух цветочков стоит от 50, и чем больше цветов, тем дороже подарочный набор. Посмотрите, какая красота. Вот разновидность. Очень красивая. Глеб, смотрите, какой красавчик розовый. Очень красивый. Зеленое яблоко. Очень нежный. Здесь целые лотки. Красавцами. Цвет прям бархатный. Как вы видите, все цвета для однотонные. Или с небольшими разводами. Редких видов нету. Так как я уже сказала, что это идет бизнес подарочных наборов. Один другого краще. Так, сейчас перейду в другой части. Какая красота. Он как пестренький. Такое все-таки разнообразие расцветок фаленопсисов. Конечненькие. Здесь у меня за спиной были подарочные наборы. Как красота. Красота.
담배? 새같이 피웠어? 아, 저 앞집에 우리 당구집이 있어가지고. 아니, 한강을 하신 것 같아. 이게 좋던 게, 이 외치기. 노랑이에요, 노랑이. 그럼 здесь и переключилась. А другой прилавок это Сидири. Не Афинети. Это гибридная котлейка. Максилярия. Тонколистая. Это вид максилярии. Также не Афинети. Сидири. Хотя посмотрите, какая посадочка. Бонсаи. Так. Неофинетия. Так, это цимбидиумная группа. Ванда. Батончик. Посмотрите. Поливали его со шланга. Вот такая она вся мокренькая. Скорее всего, после включатся вентиляторы. И все, это влага сдуется, чтобы не было загнения. Максилярия, синефлора. Композиции. Рекатные цимбидиумы. Здесь латки с валеновсисами. Еще одна красавица вандочка. Филансия, такая желтая разновидность. Посадка Тилансии. А, какая красота. Да, рай. Рай для архамана. Я покажу Тилансию, посмотрите. Это, скорее всего, уголок. Сейчас будет ниже уголок хозяина. Видимо, его коллекция, занятия, хобби. Нашла слово. Ножи, ножи. Ах, какая красота. Хозяин собирает, видимо, такое мелкое, старинное. Ой, посмотрите, какие наборы.
цветок. До этого мы видели серебряную, эти золотая. Такая хапочка. Неофинетия, посмотрите, она на весу. До этого я с вами была на оптовом рынке. И там освещение было довольно яркое, так как сакуленты, они требуют довольно яркого освещения. Здесь же, посмотрите, здесь идет затенение. Так как здесь орхидейная группа, которая не требовательна к яркому освещению. Варикатный красавчик. Вандочка. Папоротниковая группа. Смотрите. Тилансия вместе со стабилизированным мхом. Корешки. Даже можно увидеть корешки. Красотка. И она пахнет. Она очень сильно пахнет, но неприятно. Вся поеденная трипсами. Какой большой куст максиллярии. Как же он будет красив, когда зацветет. Посадка тилансии. Горшочек с кокосового волокна и сверху еще кокос для удержания влаги. Какая красота. Разновидности циклии. Здесь меня толкает в бок фаленопсис. Очень красивая посадка. Варикатный цимбидиум. Цимбидиумная группа в подарочном наборе. И посмотрите, маленькие варикатные цимбидиумы. Магазинчик небольшой, видео недолгим. Здесь разновидность максиллярии.
каждый по размеру. Ну, здесь какая-то разновидность котлей посажена вместе с хвоей. Неофинетия. И здесь ну вот я вам показала весь магазинчик. Он небольшой. Смотрите. По возможности я буду почаще заходить в него и снимать обзоры. Если вам не показала Дендрофаленопсис. Кактусная группа. Посмотрите, какой Дендрофаленопсис. Очень красиво. Ну вот и все, что я хотела вам показать. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо, что были со мной, что смотрите меня. До свидания и до новых встреч.